Фред, привет. Сравним, кого лучше соло, значит, двух гитаристов Slayer. А сначала играет один, затем второй. Смотри, 4.05. Спасибо, значит. Я думаю, что оба будет просто права полная. Помню, когда человек писал, помните, на какой-то спорил там в донатах. Чё ты гонишь, типа, лысый ебашит металл, высекает мясо. И огонь, соляк. И человек, главное, на серьезных шагах, и что там, типа, что-то... Вот этот делает, как будто как Гатригован, когда поливает пассаж, потому что Гатригован каждую ноту понимает, чувствует, может ее там напеть, пропеть. А тут бедолашка стоит, да, такую вещь. И вот эту хуйню порит. Да, это Керри Кинг. Один из лучших. То же самое, абсолютно. Ничего не стоит. Оба по нулям. Такой хлеб пошел. То есть бабка, когда у меня сразу ассоциация, когда, знаете, вот бывает, бабки в пятерочке пакеты берут, и чтобы их расклеить, эти пакеты, они делают следующее. То есть берут грязный уличный руль, который в бомже, просто в пыли уличный, так вот. И пакеты эти расклеивают, сука. Я настолько ненавижу эту хуйню, когда прям думаешь, ну что ты делаешь? То есть, не знаю, я не понимаю, как можно облизывать уличные руки. Вот эти вот именно берет какие-то пакеты прям. Сука, вот эти звуки прям чавканье. Смотришь на этой кассе, думаешь, как же так? Только что паковала грязный просто клубни картофеля, которые просто в жопе у крестьянина были, просто жуткие. И потом этот же палец прям, который аж до сих пор в этом мазуте. И вот эти все звуки, да, это вот игра как раз гитаристов Slayer. Это просто полный провал. Именно настолько слабые ручки у ребят, просто слабые.